Я вхожу в цифру,
там эти деньги, по каким-то 500, к такому-то банку почему? Вот это, надо иметь сумму, то можно обслуговывать. А, вот, это не только квест привязки, но все-таки банки? Ага. Да, даже не хочу. Он не может быть на запад.
Дякую.
Я
Як тільки я нажимаю середину, вона автоматично
Не треба буде навіть робити перевірку. Я що можу відповісти, щоб як Google там
буде цей ідеатр від активно хоче. Але то буде той ідеатр. У вас буде у нас інше. Так, про це я сказав. Садмін, про це хай розуміє. І не те, щоб там була якийсь спосіб перейти на мову. Щоб в будь-якому випадку я не опинився, що не зрозуміло, де без того, щоб у мене був якийсь спосіб. І кнопку зашарити. Типу, дайте гроші, дорога. До Фейсбук, мені на пиво не вистачає. Так, подожди, гроші. Нема куди обмовити. Все чудово. Зараз до слова, так, як я вже називаю.
центр. Вот это для них. А скинки кредит присылали? Ага, но скинки тут уже да. Очень. Через день. Багу нашел, багу. Це для города. Ландера, де ж саме має після тапу для телефону, бо важливо, щоб не тільки кнопка, а будь-яку місце знаходиться. Людина зараз не зрозуміло. Ага. Потом
после данных, да, прошлое нарушение. Кто из Америки прилетел? Ссылка на вопрос. Ну кто? Какой-то сенатор? Какой-то еще? Окей, хорошо. Понятное дело, что если я пишу подобные деньги для гражданства, мы вопрос, кто вообще эти люди и почему это все время, что это не стоит. Первое, что мы делаем, это мы стараемся максимизировать максимально диверсификацию. То есть ты сам можешь сказать, какая часть твоих денег может быть по максимуму одному. Ну окей, а не вот. Не-не, часть. Да. Часть твоих денег. Но мы это зарежем, что больше 10% ты не свою оплату дать не можешь. То есть ты можешь 10% или меньше. Я вложу один биткоин, и но не могу одной компании все отдать. Да. Ну, 10 центов. Ну, больше, да. 0, да. Да. Все, 0, 1. Так, ну, 100 долларов, максимум по 10 долларов. Прямо. Ну, это прикольная штука. Не будет нужно взять на путь. Да, следующее. Мы данные просто, почему я говорил сначала, что нам нужно человек, специалист по самоучению, нам нужно построить программу, и говорит, что риск возвращения конкретного кадра, там, соответственно, мы где показывали на тему, показывали, что чем больше получится, это 580, 1000. По какой системе? Там же есть три системы. Просто пока виртуально. Да, мы пока виртуально, и скорее всего здесь мы будем все собирать вместе, просто ранжировать. Даже приватно. Смотри, но они берут 5. Мы больше. Первое, мы закончим классификацию по минимуму. Мы можем оттуда вытянуть все и посмотреть, и пусть там машинный learning походит со старым. Бот, не бот, адекватный человек. Мне кажется, это лучшая оценка поиска кредитного риска, чем первый. Сейчас следующее. Если ты можешь перенаразить, есть потолок, после которого ты должен быть там, условно говоря, 100 долларов. Следующее, после того, как ты его вернул в уровень, 500 тысяч и так далее. То есть кредит, скорее всего, редактится, сбрасывается по случаю. Спасибо.
даст люди линию доверенности. И вот в рамках этих задач я не буду рассчитывать. Это когда если ты за меня пишешь, я только не могу делать. И это вот города ответишь, но ты его не знаешь. Зато ты знаешь меня, я знаю его. Но я не плачу, а все будет ваше и проходит. И проходит все это назад через меня. А потом я с ним отдельно же говорю, и ты со мной делаешь. То есть условно сразу ты мне пишешь. Но я тебе дал. Ну да, ты делал деньги. Все, ну у меня был способ информации такого рода. По-моему, три человека, какой-то сторонний сервис, если я не ошибаюсь. Это я пробовал. Я, короче, заявился где-то, дайте там три бумаги, да, там доллар. Вот. И было три человека, и говорю, слушай, если ты не вернешь, я должен отсунуть, ну, погасить с твоей стороны. И это еще один способ. Я была в этом тренинге, и вы видите, что я вам подарю.
Потому что там сразу Стас, я, короче, Стас, я найду сейчас у себя и приду, удалю, возьми ноутбук. Вообще там с окончаниями все плохо. Становится уже врачом уже играет, где его детство до там 70-летия, все прикольно. То есть я был на самом большом мероприятии такого уровня, это все амбы. Вот. И когда 17 тысяч посетили на обеде. И выходит чешский материал. Не важно, он такой поп-поп смотришь людей. Если я буду совершенно доход.
Это правильно. Это вот это, вот это надо в первую очередь. Причем, смотри, сейчас люди могут за разок на создание чего-то или все остальное. Извращение типа. Нас исключили в этом речи. Теперь штука прошла. Как это стоит? Потому что мы денежный поток выдергаем в окне. И будет то же самое обмен, только уже завтра у нас. Это тоже продает. Вот это главное. Акции мы зимпируем. Так вы же меня хоть это самое. Активировать? О, мне ее вернули. Она валялась. Аккуратно, она видите, она опять покатится. А у нее это нет. Это мне. А, это же палочка. Палочка. Ручка, но здесь есть такие. Они нам периодически журналистам дарят такие ручки или какие-то они. Ну, все, и просто, ну, там, несколько минут.
Значит, давайте окремо питання ми винесемо окремий аналіз. Це буде окремо дискусія, окрема робота з того, як вони зробили. А я дружу с двух сторон.
девочка, которая наша госпожа, это же за физру, да? Ну, чуть-чуть, да? Называется функциональность, они пригласят лучших каналов мира, Нельзя точно сказать, сколько они получили. Нет, я не знаю, что за гэгэн. Но просто я считаю, что они 5 лямов за полтора года. За 10 семья. За 10. Не меньше 3 минут. Желательно больше. Хотя сейчас немножко меняется, YouTube лучше пользуется. Все, рекламку запустили. За 100 подписчиков. Ставите так, я не уверен, что если это если у вас будет данные с ну, короче, на этом канале пошел. Ютуб, то, что я говорю, что уловил музыку, я заблокировал разные варианты. Да, Миш, там, я поднял. Так, я пошел туда. Так что, свои желания без видоса. А, я же тебе показал. Юли, Есть.
Я
Ситуация.
Можно глянуть? Можно, но мы еще не готовы. Вот Андрей ходит, заходит, собирает. Но у нас еще есть еще есть. Нет, ну, шесть классно, тут что-то. Вы, по-моему, единственные. Здесь что-то уже сотворили. Да, что-то уже сотворили. Здесь творение. Пока еще решаем, что же нужно сделать. Можно встать его зайти? Нет, нужно гарантировать, если на самом деле убедиться, просто у нас не надо сюда, что еще форму только я не нашел, где она добавляется. Сейчас я тебе ее покажу. А, единственное, что еще была таблица, робится фильтром, ты сам есть. Я просто сюда. Я вам считаю. Все, ваши работы не регулируются.
Да?
Пусть
проект не отдавать? Вот, сейчас. Сейчас мы
Чи приємно, що всі народи відповідають.
Вроді би зараз думаю, то правда. Це система, яка працює грошима, то має таке питання безпеки, яке працювала дуже довго. Тому зробити за дивні щось, а потім там висходить зірка і хоч і небагато грошей не буде, але все одно. Це просто я кажу, що немає проєкту, в тому списку, що воно таке буде. Я знаю, что это не так.
до чого ти думаєш? Ні, дуже складно успішно на перший раз. Пропіювався чат, де на останній страниці не буде вже печатки, що в нього все хорошо. Зібрає деньги на другий етап. Ну, це вже стоп перестав? Вже дуже перестав. Ви маєте на вас, ми теж всього зробили. Ви сьогодні взагалі не різко. Тут риск, вот тут риск будет минимальный, но цена на самом деле надо посчитать. И он на протяжении 16 лет продал сумму, которая должна жить. А потом, ну сколько будет запрос на кредит, просто цена сразу. Только в рабочее время сложно. Если ты подал в 5 часов, понедельник, ну короче, государство. Само заполнение. Деньгами идет достаточно медленно. Там, ну, вообще, чистки, там, зарабатывание, там, ну, написал, что там, постепенно, я куда-то сложно, да, да. Я на 20, что надо что-то придумать, чтобы это не за дни выполнялось, а за часы. Продумувати, ну, якась частину,
як ми будемо це реалізувати на нашому класичному стежку. Python, Django, Вообще схема, к чему стремимся. А что нужно, ну, как мне кажется, фундаментально? Вот в этом презентовать еще раз проект, который на Сибирь и на Сибирь. То есть вот это нужно. Я знаю, он у нас что, потому что Пентхаузен сам себя вытащил. Дивись, ми можемо це поговорити завтра, але загальна стратегія полягає в тому, що ми йдемо від проблем якщо ми зараз почнемо реалізовувати писати весь реалізований стек, то ми рухаємо туди рік роботи і нічого не зробимо. Нам важливо зробити і показати робочі. Бажано ще гроші почати. Ну, опять же, это мозг человека. Тому доки найризикованіша частина у нас залишається в тому, де ми знайдемо обидві сторони ринку і як ми беремо ризик для них. Ми робимо технічну сторону всередині найпростішим чином. То найпростішим чином для нас Basic Group Python Django. Як тільки ми з ним розвиваємося, починаємо поступово заміняти базу даних на IPFS і потім розносити все з одного в одні ноди на декілька. Таким чином ми будемо йти від найбільш ризикованих частин до найбільш ризикованих частин і повірте мені, дебагінг розподіленого софта, який сидить на купі нодів, і ти їх не контролюєш, це навіть якщо у тебе є тестнет і так далі. Просто уявіть, якщо у нас зараз виробляється у вас трапен з деплоєм на один сервер, що буде, якщо деплоїти тестнет на 10 серверів, хоча б на 10? Причому їх контролює 7 різних людей, трьох з яких ти взагалі не знаєш. Там таке буде. І ще двоє не захочуть виходити. Так. І вони гарантовано це буде відбуватися в різний час і так далі. Ми, блін, як ось команд досі не можемо навчитися писати міграції, так щоб після зміни схеми нової ходу не падав на старі бази дати. Так це дитячі ігри, що порівняно з головами змінює. Останнє, що ці цифри не працюються. Ой, ну як це? Я відкрив, а... Ну так, воно ж, блін, не працює. Ну, як би працювало і можна було провести тут дівчин? Це реально, і, опять же, точно не зробили. Тобто, допустим, всі об'єднатися. Ось на завтра я пропоную подивитися, чи можна чисто на JavaScript на українській стороні за допомогою чи так може п'ять провести платіж. Ну, давай. А, ну дійсно можна.
блін, показати QR-код і, а, треба ж почути, чи прийшли гроші. Можна, можна. Поставити? Ось, у нас там забита адреса. Моя, так. Да. Типу, це той, хто бере кредит. Тут роздавали... Ну, опять же, ты знаешь, что мы с вами слышали, что там происходит. Наверняка там есть интересный кран. И чего-то не хватает, там что-то... Можно задавать еще одну тестовую адресу и... Хорошо. Идея в том, чтобы принять реальную штуку. Реальную транзакцию. Без сервера. Чисто на GS. І що показало, хочу ти відповчи на інфу, що да, тільки да вони прийшли. Чи можна почати до запису? Чи можна почати до запису? І подивився того, хто запис не буде. Скажи, там добавили, а я там разговариваю.
ніхто не прийшов зібратися, що вони не знають, що нам. Ніхто ніхто зібратися на панал. Якщо ти можеш легким ліжкою заснути, іноді
спрощення до такого стану, що все, якщо лежиш, можна вважати годину. А сьогодні новели є, можу подивитися серіал. Про нас. Ви прокатитесь. Зачекай, це чий, це звідки? Це сайт. Я думаю, что это стало.
Мой кроссовок, то телефон завис. Успешной ночи. Оптика ще втикнута.
Слухай, це ж у вас допомога, це у вас може зробити тільки компанії. Медіаконвертер зараз не сказати, що такі безхвальні сігнали. А тут проблема чи нічого не зробити? Ми бачили, думали, пробували. Нам годину, якщо ми фоткаємо, якщо ми фоткаємо дані, то ми фоткаємо ці конфігурації, що ми хочемо, щоб транзакція за годину терабайт. І тоді можна показати, якщо ми знімаємо відео в нормальному бітрейті, якщо ми знімаємо відео, високобітрейтне і чернорозмінне здатність, це 2,5 3,5 терабайта за годину. І 2,5 терабайта за годину. Але це ж і це буде не за 60 кілозілі Сейчас, або туди в бік, назад, 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 назад. Я думав, там ні. Я теж думав, що я сьогодні. Там, це ширинка. Наскільки времени? Мало так времени. Ну, давай, зрез і цей. Далі. І далі? Далі. Чекай, я придерну зараз трансляцію. Так. 10 секунд. 10 секунд. Ну, я просто начну. Всего лишь.